Всем привет, дорогие зрители! С вами Ниагара. Мы продолжаем Ведьмака второго. И у нас здесь нужно все-таки отыскать эту голову троллихи и поговорить с друзьями по поводу того, кто бы мог ее убить. Я все-таки, ну, хочу закончить это доп. Задание. Вот. Но также, знаете, я подумала, что прежде чем куда-то идти, вот мне говорили, что здесь есть какой-то кузнец, который якобы может руну поставить на меч. Я бы вот этим хотела заняться сейчас. У нас по карте здесь два кузнеца. Вот видите значки? Раз и два. То есть тут ближайший, вот этот дом, видимо. Вот. Ну и там, который за ним. Я сейчас... А, вот. И вот который рядом. Я хочу зайти посмотреть, полутать, может, что-нибудь там у них, может, что-то продать, потому что у нас вообще страшенный что-то идет перегруз, видите, 249, то есть буквально вот прям еще чуть-чуть и все. Нужно распродать всякую ерунду, чепуху и прокачаться, что там поговорить? Так, погоди. Так. Это то, что я думаю? Ты серьезно? Вот серьезно, первый попавшийся дом у меня голова троллихи? Лаки-бой ты, чувак. Ладно. Голова троллихи. Да серьезно, прикинь, голова троллихи. То есть вот этот мужик, тот, кого мы ищем? Ну ладно. А, давай я это как-то переварю, эту информацию. Так. Возьмем то, что тут лежит. Сначала мне нужно с ним поговорить. И все, я перегружена. Потому что, ну да, да, я так и шла сюда. Перегружена. Отменная работа. Товар высшего качества. Лучшие шкуры. И выделка отменная. Вот зайчья шкурка, вот телячьи кожи. А тут бобер. Ты охотник? В королевских угодьях охотиться нельзя. Любой дурак знает. Потом тут и в лес-то боязно ходить. Слишком много чудовищ в округе. Значит, здесь им есть чем поживиться. А я так думаю, война скоро будет. Не обязательно. Скайтаэли грабят купцов и нападают на солдат. Вот некрофаги и плодятся. А нам, стало быть, нужно затянуть пояса и радоваться тому, что имеем, как учит добрая книга? Так, вот смотрите, тут поторговать с ним, он может мне что-нибудь сделать. Интересно поиграть с ним, но давайте сначала про поводу то, что у него на стене, вообще-то мы это искали. Откуда у тебя эта голова? Купил. Целое состояние отдал, но оно того стоило. В Биндюге ни у кого троллячьей башки нет. А кто тебе ее продал? Димитр. Другим к троллю в логово залезть храбрости не хватит. И как найти этого Димитра? Понятия не имею. Но по вечерам его дружки ошиваются в корчме. Спасибо, продай. Геральт, мы такие как бы нищеброды тут, а ниджатов не имеем. Чё бы тебе не сделать ему какой-нибудь знак? Типа, продай мне. Ладно. Я хотел бы купить у тебя эту голову. Да не в жизнь! Угу. Башка моя! И хрен тебе по всей морде! Я хорошо заплачу. Или, может, хочешь ее на что-нибудь сменять? А давай ее в кости разыграем. Если, конечно, продуть не боишься. Спасибо, ты мне помог. Погоди, а мы в кости-то как бы не играли ни разу. Чё, тебе придется в кости играть? Ну-ка, уважаемый. СК. Я бы хотел сыграть в кости. Я не играю с кем попало. Когда я узнаю, что ты уже что-то умеешь, может, тогда дам тебе шанс. То есть я опыта не имею, он со мной не играет. Прекрасно. В общем, смотрите, ребят, сейчас я с ним поторгуюсь, тут, возможно, сделаем какую-то вещицу, я к вам вернусь, вот это все пропустим. Итак, смотрите, изрядно разгрузившись, 162 вес сейчас, потратив все деньги, я приобрела более, ну, на мой взгляд, хорошую куртку. Так, и мы штаны еще поменять, да. Продали весь хлам. В целом, видите, неплохо, но он не хочет со мной играть. Вот что как бы меня немножко не устраивает. Мне нужна эта голова трольчихи. Давайте сохранимся. Поговорить с людьми Димитра. Так, нам куда-то сюда.
Пойдемте, у нас более конкретное задание появилось. Не просто поговорить с какими-то друзьями, да? Такое как бы неопределенное. А, то есть, случайно, ища... Чьи, я вдруг нашла голову Трольчихи, это, конечно, феномен. Так, я знаю, что здесь трактир, и здесь с этой стороны можно к нему подняться. Вход и с той стороны, и с этой. Но, скорее всего, они зависают где-то здесь. Так. Угу. То есть здесь золото. Давай попробуем на руках. Можно попробовать прямо сейчас. Не поняла смысл этой драки. Я так поняла, что там какой-то баланс на стиках. Ну покажи свои бычьи яйца. А что? Давайте попробуем. Попробуем все-таки его. Здесь нужно держать, вот видите, он как бы клонит меня в другую сторону. Мне нужно чисто удержать вот баланс. А вот эта вот грань, она становится все меньше. Ну все, я его повалила. Ха-ха. О-ха-ха. У тебя лапища, как тиски. Ты мне думал? Было нелегко. Если вдруг встретишь моих старых товарищей, Ярпина или Шелдона Скакса, обязательно с ними поборись. Тут они удивятся. Так, ну хорошо, хорошо. А Лючик нам что-то скажет? Он говорит все то же самое. Диалоги никакие новые не открылись. Ладно. Так, мне показывают куда-то вниз, по-моему. Потому что здесь второго этажа нет. И это что? Второй этаж, что там где-то был бордель. А тропинки по лесной. Ты все еще здесь? Песня поет, убьет, непонятно. Так. Так, ну это где-то здесь. Ты работаешь на Димитра? А ты кто такой? А то знаешь, деловой. Я уже запутался, кто тебя прислал. Это баба, ребята на Фиштахе или сам Лоредо. Говори живо. Я слышал, вы добыли на охоте тролля. Не твое собачье дело. Драться не будем, давайте угрожать. Скажи, где Димитр? Не то я из твоего рыла паштет сделаю. Что? Попробуй. Ты серьезно? Курва, подожди, пока он откроется. Почему не удалось запугать? Ау! На, вам придется драться, ребят. Блять. Ну, как бы. Не пропусти слева! Это кто сейчас сказал? Не пропусти слева. Это что такое было сейчас? Давай отдыхай, блин. Почему мне не получилось запугать? Мне не хватает навыка. Я все скажу. Внимательно тебя слушаю. Димитр сейчас на кладбище возле Бендюги. Гляди, зенки выпадут. Спасибо. Так, победить всех за тогда трактира. Победить? Что, правда, такое задание? Лишь я судьба. Попробую, конечно. Мы воистину... С... Давай сыграем. Мне там чувак не играет со мной. У меня денег больше нет. 3. О, у меня уставку. Так, используйте R, чтобы скинуть кости. Я никогда в это не играла, все-таки это не гвинт, ребята. Ну и гвинт я в третьей части тоже пропускала, вот. Так что, ну давай. У меня денег-то нет играть. А у меня 1, 2, 3. Перебросить кости. Нет, денег нет. Перебрасывать-то кости. А соперник думает. Вы выиграете? Что? Серьезно? А, да, круто. Игрок, достижение открыто. Ну и ништяк. Ты удачлив, но в этот раз удача изменила тебе. В смысле, я тебя выиграла? Увы, судьба покуда не готова передать тебе мою ношу. Лишь судьба всегда остается. Я теперь стала все время сохраняться, потому что, ребят, ну в этой игре что-то очень сложно все. В плане... меню, потому что в снаряжение приходится через меню заходить, вот так вот. А, восстанавливать здоровье во время сражения нельзя, надо заранее все это делать, хотя я как бы не знаю, в какой момент именно мне начнут бить морду. А, персонажа прокачивать точно так же, карту смотреть, так же и сохранение делать точно так же. То есть, ну, блин, страшно все неудобно. Не знаю. Давайте попробуем побороться, что ли. Давайте попробуем заработать немного денег. Что здесь творится? Кулачные бои, брат. Угу. Порт закрыт. Так скука такая, аж в заду чешется. Хочешь поучаствовать? А какие правила?
Участники боев вносят долю, а победитель забирает все. Правила боев. Бей как хочешь, лишь бы противник лег. Как все сложно. Так что, братишка, будешь драться? Давай. Да. Свежак, такой же, как и ты, братец. Для начала пойдет. Выкладывай денежки. Мне немного денежек. Давай. Ну, пятеру сначала. Нет, давай 6. Я готов. Половина всего, что имею. Танцы начинаются. Ну, конечно, нищеброды те еще, но я все-таки постараюсь выиграть, блин. Так, есть контакт. Морду его бей! Ну что-то типа получается немного. Да мы сделаем тут всех, блин. Ты мне вообще не нанес урона. Супергерой, блин. Ложись спать. Гера, молодец. Это ж етить поэзия! Етить, да. Что, брат? Где мои деньги? Будем биться дальше? Давай. Скажи только с кем. На изжоп по прозванию Задник. Странное имя. Он все делает на изжоп, то есть задом наперед. Спит днем. Сперва пьет, а потом заедает. А бабам, перед тем, как их трахнуть, велит одеться. На изжоп. Покажи арены. И как? Странный твой наизжоп, сейчас морду-то моему надерем. Или жопу, не знаю. Так, ну давай я поставлю 12. Я готов. Милздари, танцы начинаются! Давай, попробуем. Подожди, пока он откроется! Ну чё на жоп? Так, А, Б надо было нажать, давай. Курва, подожди, пока он откроется! В смысле? Спать какой-то я ждать буду. Ща, размечтался. Эй, мастер! Что надо тебе? Что такое? Хорошего бойца издалека видать. Тебе нужна серьезная драка, а не возня с этой пьяной голытьбой. Я знаю, что говорю, уж поверь мне. И что? Я тебя не знаю. Меня называют король Зигги, потому что я всегда плачу по-королевски. Каждый вечер я стою у корчмы. Если захочешь отведать славой настоящих денег, только скажи, и я отведу тебя в правильное место. Не хотел бы я быть твоим врагом. Что, брат, будем биться дальше? Да давай, чё? Скажи только с кем. Я знал, что вы друг друга найдете. А кто он такой? Малыш Дода. Этот сучонок жрет мед прямо из улья. Водку хлещет за четверых. А кое-кто поговаривает, что он нахер полное ведро вешал. Лучше приготовь мне большой мешок. И как? Давай. Так, я не буду сильно рисковать, давай двадцаточку. Я готов. 4 себе ставим. Танцы начинаются. Да давай, я, может, смогу его победить. Ну, что там у тебя? Так, ну, например. Ну, как-то так. По почкам! Подожди. Ба-ба-ба-ба-ба-ба, надо было, не то. Ну, как-то вот. Двинь ему снизу! Двинул. Красиво, Геральт, молодец. Это ж етить поэзия! Так это я говорил это уже. Етить она та самая. Поздравляю! Ты набил морды отъявленным забиякам. Хорошая работа. Турнир окончен. Морду его бей! Так, подожди, подожди, подожди. Побежденный соперник. То есть у нас это все ни хрена не канает, да? Мне нужно будет... задание выполнено 1-1, тем не менее, какое-то задание выполнено. Мне придется все равно обращаться к кому-то, чтобы на поединок вызвать. Но не на нас не это интересует. Вот давайте беда с троллем.
Борьба на руках, это все понятно. У нас вот это главное сейчас задание. Мы здесь поговорили с человеком Димитрием. Нам нужно его найти на кладбище. Так, ну с этими... Ну ладно, в карты, в принципе, я немножко поиграл. Фу, блин, не в карты, в эти кости я немножко поиграл. Я не знаю, согласится он или нет теперь. Ну видите, какой этот, который с головой этот трольчихи. Типа, а ты лошара, я с тобой не играю. Мадам. Эй, красавчик. Да? Что надо? Подождите, зеленое что-то. Не вот что интересно. А грибают сами тоже. Что же это вот этакий ведьмак жрет? Грибы. Картоплю. Картоплю. Почему картоплю? Он же человек, как и мы. Кровь у него идет. Идет. Потом он обливается. Значит, и картоплю жрет. Вы, мужики, серьезно? День добрый. Картоплю жрет. Ладно, подожди, я сохранюсь, потому что что-то стало у меня с игрой. Она лицензия в Steam, но она периодически начала куда-то улетать. Мне совсем не нравится. Так. Подожди, нам нужно отсюда куда-то выйти. Да, ты тут что ты делаешь? На кладбище. Прекрасное место для встречи ночью. Так, еще меня там кто-то ждал, ну что-то я помню задание, ну ладно. Позже. Так, а не согласится ли... Что, красот захотелось? Уважаемый... Где-то... Поиграть со мной в карты. Так, подожди, подожди. Не поняла. Не здесь же это было, вот здесь. Ай-яй-яй. Мы немножечко заработали на кулачных боях. Если он сейчас скажет, давай поиграем. Где? Ты серьезно? Я бы хотел сыграть в кости. Я не играю, с кем попало. Ах ты! Когда я узнаю, что ты уже что-то умеешь, может, тогда дам тебе шанс. Геральт, это филоска, братан. Вообще, реально, у меня какой-то чмошник меня посылает, прикинь. Такой, типа, да, замечай, ни хрена не умеешь играть, вали отсюда. Ладно. Я же ему припомню. Так, мне здесь нужно куда-то наверх, но здесь Геральт не заберется. Нужно вот здесь тропинку найти. Вот. Уже хорошо. Я так понимаю, Димитрий, этот типуган, очень серьезный. Он башку тральчихи снес, поэтому у нас с ним явно разговор пойдет не по душам. Мне придется, наверное, выпить какой-нибудь ласточки нафиг. Так, слушай, Геральт. Здесь у нас с тобой бомбы пожарище, что-то там бомбы какие-то. Ну, давай войдем потеха. Я сразу поставлю вот так на квен. Это раз. Войду в режим медитации. Это два. И мы берем алхимию. Чуть намутим сейчас. Если есть такая возможность. Так, нет, нифигашечки, да? Ну ладно. Тогда давай выпить эликсир. Мы сейчас прям напьемся. Грач, например. Увеличивает урон от меча. Это важно. Так, знаки. Ну, это не суть. И мне нужна ласточка. Обязательно. 17 штук у меня, прикиньте. Обязательно нужна ласточка. Выпить. Я не знаю, правда. Может быть, мы с ним только поговорим. Но я не хочу, знаете... рисковать, потому что все-таки Дмитрий, видимо, человек серьезный. А в этой игре шутки плохи. С тем, когда ты забыл похилиться, забыл что-то там это. В общем, все плохо. Не, Лоредо догадается, что это обычный эльф, а не белка. Угу. Хрен он там догадается. Уши острые? Острые. Нарядим труп в зеленые тряпки, а Лоредо нам отвалит сотку. Он всегда столько за голову дает. Говорят, Малена берет еще больше. Выходит, стражников мочить еще круче, чем эльфов. Не хочу я больше слышать про эту суку, ясно? Продала нас шмара. Ничего, скоро я с ней посчитаюсь. Не шибко ты ее ублажал. Нельзя девушку упрекать за амбиции. А этот жмурик кто такой? Положим его с нашей покойной белочкой. Какой-то шпик из Вызимы.
Лоредо велел от него избавиться. А раз на нашей жмурне появились свободные места, надо пользоваться, покуда есть возможности. Не похож он на шпиона. Шпионы, когда мертвые, никогда сами на себя не похожи. Ага, надо будет его еще обыскать, прежде чем в землю уйдет. Ты Димитр. А твое, сука, какое дело? Тебе привет от тролля. Убить его! Без свидетелей! Я же говорю, блин. Без свидетелей. Так, Геральт, подожди, подожди. Геральт, ты что творишь-то? Спокойно. Тихо, 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 тихо. Так. Уходи ты, господи, что ты захватаешься за свой медальон? Так, подожди. Да что ты творишь-то? Так, ладно, ну, нормально, ладно. Уходи! Блин, почему-то я делаю ему уворот, а он начинает использовать... Я не могу. Этот свой, как, который проверяет, сколько там чего. Ай, чё ты делаешь? Что ты творишь-то, господи? Кончай, краснолюда! Так, походу мы, блин, проиграли, Герач. Слушай. Потому что я начинаю нажимать что-то какие-то не те кнопки. Так, подожди, одного вольного, да? Слушай, у нас с тобой есть ласточка. Есть ведь, верно? Давай мы с тобой поставим капкан, например, да? Так! Отходи, блин! Чё-то, по-моему, кто-то попался, если честно. Так, ладно. Подожди. Так, давай мы с тобой пожарим. Да, блин, просто поставь ты, блин. Так. Отходи. Дохни. Держите. Ай, уходи. Ловушка. Должна сработать. Красиво. Так. Ты чё, блин? Ай, ай! Отшиб, ладно. Кончай, краснолюда! Чё, серьёзно? Так, не-не-не, ласточка старается, молодчага. Так, подожди, блин, они со всех сторон бегут, это не очень удобно. Мне бы, чтобы они с одной стороны бегали вообще, блин, зашибись. Давай, ставь. Чё, нету? Ай! Так, давай, бомбы. Всё равно пригодится. Же. Алой, эльфов! Да бей ты, господи! А, получай, конечно, Геральт, огребли. Как думал. Ладно. Ну, уже что-то. Так. Хорошо. Так. Да блин, отстань. Квен. Ой, ласточка меня вообще вывезла вот здесь. Вот реально, меня бы убили уже. Серьезно. Так, есть. Там еще один удар, и все. Я останусь один на один с этим Димитрием. Прекрасно. Где ты? Come on. Так, я нанесла ему хороший такой удар. Урон, вернее. Прям такой хороший. Мужики. Тыщ! Да парни, ну в смысле? Квен. От того вали от этого. Да вывали ты его, все. Молодчага, что-то там пошло не так, кровотечение или что? Ну, блин, остался он один, все. С одним уже проще. Где ты? Бежит. Квен, Геральт. Ха-ха-ха, идет, смотри. Апа! Ты думал. Геральт так прост. Жестоко ошибался. Приятель, это фиаско. Да, конечно. Димитрий. Еще приказал меня убить, паразит. Да пошел ты.
Не дам тебе ни единого шанса, блин, очухаться, понял? От этой атаки. Все. Кончита, детка. Так. Взять. Естественно. Крепкий длинный меч. Вот, понимаете, если бы не укрепление меча, если бы не ласточка, все. Меня бы здесь и похоронили. В этом весь прикол. То, что ты никогда не знаешь, где тебя начнут бить. Это нечестно. В третьем ведьмаке можно было едой, эликсирами пополниться. А здесь... Да подожди, ты взять-то ловушку там надо. Так. А здесь это мало того, что все так неудобно, но еще и... Тебя могут убить в любой момент. Я смотрела некий обзор на эту игру, и там говорили, что, блин, вы в этом плане очень сильно прочувствуете геймплей, когда придется сражаться с боссами раз из раза, постоянно погибая, ну, тем не менее. Так, что там? Подожди. Взять ловушку, взвесить. Ну, бери, и что, господи, если что, выкинем. Там же есть такая функция, взять и выбросить. Что такого-то. Так, этот, значит, говнюк со мной не играет. Ты, типа, недостаточно крут. Подожди, я сохранюсь. Я не хочу заново это все проходить. Отлично. Так, погнали. Что там, собрать, собрать? Это тоже полезно. Я, кстати говоря, если что-то не использую, я потом это продаю. И, в принципе, тоже хоть какая-то копеечка, ну, есть. Так что не будем пренебрегать этим лутанием. Трав там, еще чего-то. Да ё-моё, Герд, ну что, ты через кусты не можешь пройти? Ты серьезно? Давай посмотрим на карту. Так. Это где-то посередине. А, ну то есть мы сейчас просто возвращаемся. А, повозвращаемся к троллю. Не посмотрела задание, да. То есть мы сейчас нашли голову, нашли человека Дмитрия, вот этого, который все это сделал. Мы должны с ним поговорить. Видимо, рассказать ему, что произошло. Я выполнила свое обещание. Блин, я еще раз сохранюсь. Вдруг он сейчас психанет, начнет со мной сражаться. Хрена. Всякое может быть, да? Интересно, сколько их еще? Посражались разок. Дать водки, краснолюд! Тебе водка совсем глаза залила. Зачем вернулся? Я нашел, смотрите, какой вариант, я передумал, умри. Не, ну что, нахуй хороший. Я наказал убийц твоей жены. Моей? На кладбище найдешь то, что от них осталось. Найду. Починишь мост? Починю. Только гляди, чтобы лапы не тряслись. Нет больше пить, разум стал спокойный. Слушай, ну это здорово. Собрать награду Хораба. Ну погнали, мы же еще что-нибудь тут возьмем, у него нет? Че нету? Так, может, я сразу там залезу. Потому что там. Если бежать там по руслу этой реки, я не знаю, там залезу или нет. Здесь-то точно знаю, что залезу. Так, значит, забираем награду. У нас еще там есть задание. Посмотрим. Давай, давай. Луки воют. Здесь запрыгнешь? Нет. Печально, то, что у нас мастер-ведьмак, обладающий столькими способностями, ну... Забраться на обычный выступ, он чуть как не в состоянии. Так, подожди, а у нас вообще какие еще есть задания? Борьба на руках, ну, в принципе, это... Все можно пройти за кадром. Нафиг вам это смотреть, бойцовский клуб, да, вот это все лажа, да? Даже понятно, там чисто КТЕ, здесь и здесь выиграть и получить свою награду, все. Контракты вот эти можем взять. Кейран, это вот та вот шняга, которая живет под водой. И контракты можем взять. Гнусное предложение, кстати говоря. Он говорил зайти к нему вечером, но, к сожалению, сейчас уже ночь. Я опоздала с посещением этого товарища, который предлагал к нему зайти. Вот. Так, подожди. Не сюда.
Ты же говорил не убивать. Где ты? Где ты? Ты в доме, что ли? Он говорил, не убивай нашего тролля. Вылечи от пьянства. Собственно, я так все и сделала. Где ты? Хоть спать. Только проспайся. Давай, сколько обещал. Пойдем. Получишь 100. Че? Тролль меня не обманывал. Я договорился с тобой и с троллем. Он сдержал слово. Ты нет. У меня нет таких денег. Хрена ли ты обещал? Ты поищи. А если не найду? Тогда я поищу. Это разбой. На, подавись. Чувак не держит свои слова. Не отвечает за свои слова, короче. Даже тролль сдержал слово. Вот так. Хорошо, это задание у нас с вами выполнено. Куда пойдем теперь? Берем, например... Так, это же дневник. Ладно, это все. Потом контракт накеров. Давайте посмотрим, если я вот так вот отмечу, а где? Судя по карте. Где это будет? Где моя карта? Че там? Я ее не вижу. Текущее задание. А где? То есть, подожди. И это здесь я нахожусь. В смысле? Что-то сейчас не совсем поняла. Так, смотри, Геральт не забыл, надо прочитать внимательно. Охота на чудовищ была его единственным постоянным источником дохода, поэтому как только ведьмак узнал, что власти Флотзема объявили награду за истребление Накеров, он сразу же принял заказ. Прежде чем приступить к делу, Геральт решил расширить свои знания об этих... знания об этих прожорливых созданиях. Книги, понятно, книги о Накерах. Так, а здесь что? Так, ну ладно, мы что, не слишком похожи на мотыльков? Ведьмак множество уничтожаю. Как угодно можно выменить королевы народ смирно. Вот это мы можем сделать, я так думаю. Да. Ну-ка. Уничтожить коконы и убить королеву. На что-то наподобие же было уже. Подожди, блин, дай мне карту. Мне это бесит. Так. Тоже не отмечено. Серьезно. То есть эти контракты должна выполнять как-то наобум, да? Я так понимаю. Ладно. Беда с троллем выполнена. Это очень хорошо. Это все попозже выполнено. Давайте тогда гнусное предложение он предлагал пройти вечером. Сейчас ночью, уже даже под утро. Пойдем по поводу Кирана. Да, это где-то рядом. Пойдем-ка. Это где-то здесь. В смысле? На дереве, что ли? Что, где? Где? Алло? Собрать травы. Может, это надо прийти днем? Может, надо наверх залезть? Да подожди, подожди, Геральт. Сейчас, блин, да что ж такое? Что там? Поговорить. Поднимайся. Потому что где-то наверху такое бледное задание. Может быть, где-то здесь. Так. Что скажете? Имбаэльк. Уже почти год. Морель была бы рада такому дню, Сигерим. Радуйся и ты памятью о ней. Не изводи себя. Я пытаюсь. Я до сих пор не понимаю. Почему ее исчезновение породило столько ненависти? Не позволяй другим Сейдхи отравить твою память. Ненавидят те, кто пытается скрыть свое бессилие. Спасибо тебе, Седрик. Вафаэль. Вафаэль. Ребята, вы такие классные. Слушай, поговори ты со мной. Ты, Седрик. А кто спрашивает? Геральт из Ривии. Ведьмак и... Трис Меригольд. Ты прекрасно пахнешь, Трис. Седрик, смотри на меня. Чего ты хочешь, Геральт из Ривии? Так, для ведьмака хочется знать, кто такая Морель, кто-то что делаешь, что добиваются белки. Очень много вопросов. Один самый главный, давайте немножечко не главных позадаем.
За что сражаются Скайтаэли? Ты о стариках, которые мечтали вернуть былое величие нашей расы? Или о молодых, которые дерутся за жизнь и жаждут мести? Отряд Йорвита — это первые или вторые? Они считают, что они независимые и что они действуют единственно возможным способом. На деле они лишь тень былого величия Айн Сейдхи. Они до конца цепляются за свою мечту. До того мига, когда меч или петля обрывает их жизнь. Или до тех пор, когда они вдруг понимают правду. Это порой хуже смерти. Так. Тот Камориль. Что случилось с эльфкой, о которой вы говорили? Она пропала? Сигирим думает, что ее забрал лес. А ты? Морель просто исчезла почти год назад. Некоторые говорят, что она была слишком красива, чтобы люди ее не тронули. И ты веришь в это? Если нет никаких явных свидетельств, я стараюсь доверять предчувствию. Оно говорит, что лес не забирал Морель. Почему ты не скажешь об этом Сигириму? Это не имеет значения. Убили ее, или она ушла сама, чтобы никогда не возвращаться. Ни я, ни Сигирим не сможем этого изменить. Я хочу тут у вас поохотиться. Может, дашь какой-нибудь совет? Я не ведьмак. Ставлю силки, капканы. Пытаюсь держать накеров подальше от бендюги. Вот и все. Меня интересует дичь покрупнее накеров. Старик? Кейран? Неужто Лоредо наконец раскошелился? Слушай, не мне тебя учить, с какого конца за меч держаться. Вы, ведьмаки, дадите фору кому угодно. Но если у тебя есть деньги, я тебе помогу. И чем же? Соберу тебе капкан или ловушку, чтобы обездвижить жертву. Или манок, завести чудище в засаду, что угодно. Если уж я могу добить накера, попавшего в мою западню, ты подавно справишься. Хорошо, вещицу можно у него сделать. Все-таки кто ты такой? Я предостерегаю людей от опасностей, затаившихся в лесу. А точнее? Я уже стар, даже по эльфским меркам. Но этот лес гораздо старше. Я живу в нем много лет и просто понимаю его. Не могу этого объяснить. Иногда я ошибаюсь, и тогда люди не возвращаются. Ты помогаешь людям? Я просто знаю, можно выходить за ворота или нет. Ты чё, пьян? Пожалуй, зайду, когда ты протрезвеешь. Вы, ведьмаки, живете очень долго. Может, и дождешься такого дня. Так, подожди-ка, а что по поводу Кейрана? Я собираюсь убить Кейрана. Говорят, ты можешь мне помочь. Смотря какая помощь тебе нужна. Мне нужны сведения. Надо было убивать его много лет назад, а теперь не знаю. Он такой огромный, что с трудом в реке помещается. У него странные наросты на щупальцах и очень толстая шкура. Раньше он жил на болотах в притоке Понтера. Это дикие места. Даже Скайтаэли туда не заходит. Он недавно корабль утопил. Сходи, посмотри, что от него осталось. Может, следы какие найдешь. Куда идти? Сначала на юг, вглубь леса. Потом повернешь на восток и вернешься к реке. Там будет разрушенный мост Айн Сейдхи. Под ним и лежит остов корабля. Спасибо, Седрик. У нас уже есть более-менее сведения. Но нам еще нужно о чем-нибудь с ним поговорить и посмотреть, что мы можем у него купить. Я хочу заработать пару аренов. Тут никакой работы для ведьмака не найдется. В этом лесу для ведьмака всегда найдется работа. Чудищ тут очень много. Впрочем, в этом нет ничего удивительного. Ты знаешь, почему они здесь собираются? Проклятые места всегда притягивают всякую гнусь. Тут, на поляне в лесу, раньше стоял дом, в котором держали умалишенных. В последнюю войну с Нильфгардом его спалили дотла. Безумцы заживо сгорели в своих кельях. А над развалинами с тех самых пор висит проклятие. Недавно двое смельчаков решили туда залезть. Ни один не вернулся. Расскажи побольше о самом доме. Это старая усадьба. Ее превратили в приют для скорбных разумом. Во время войны безумцев хватает. И с каждым днем становится только больше. Жрец Мерцеи запер их там и заботился о них. Попробуй отыскать тех двоих, которые пропали в развалинах сумасшедшего дома. Если найдешь их, думаю, тебя щедро наградят. Они сами или их семьи. Отлично, допик. Попытка не пытка. Берем.
Так, еще меня интересует, сделай мне одну вещицу. Что ты можешь мне сделать? Чертеж у нас не хватает. Здесь не хватает. Тоже не хватает. Чертеж превосходной кожи. Штанов, что ли? 5 сопротивления горению, отравление кровотечения. Ну, в принципе, кстати говоря, не лучше, чем которые штаны у меня есть. Ну, давай. Окей. Допустим. Так, а еще я давай тебе, может быть, что-нибудь продам или куплю. Покупка. Глаз какой-то гнилой. Так, давай мы начнем с тобой ржавый. Ну, ладно, это не то. Ловушка. Пожарить. О, пожарь. Зима, ловушка. Сколько просишь ты? 76? О, нет. Давайте мы будем копить деньги чисто на прокачку оружия и брони. Потому что вот эти всякие ловушки, все это... Это прикольно, это да, оно работает, но, блин. Все такие не так, как покупать броню или там что-то такое. Так что, чувак... Бывай, а у нас перегруз есть какой-нибудь? Что там у нас? 169. Не-не-не, все нормально. Все, пока. Увидал, портал что? Тут такой. Эй. Ладно. Найти образец. Так, а найти образец. А еще какие у нас есть задания? Как тебя безумие. А, это вот про психов, да? Угу. Ну что скажете? Может быть, мы уже вот задание Кирана наконец добьем, а потом уже подопим. Да? Я думаю, что нужно уже выяснить все по поводу этого чудовища, сколько может оно сидит в этой лагуне, мешает тут всем. Надо с ним разобраться, в конце концов. Так, я все-таки запишусь, потому что, видите, меня напугало то, что игра вылетела 2 раза. Приходилось начинать все заново. Так, подожди, эту избушку мы не обойдем. Как ни странно, лицензия в Steam, но вот она вот так вот повела себя некорректно по отношению ко мне. Больше ты никого не продашь. Поговорить Элька с Маленой. Поганая. О чем ты? Я не понимаю. Так, подожди, Малена. А где Малена? Вы не можете. Малена? Что здесь давайте происходит? Мешаемся. Это Курба, шпионка с Катаелей. Чё? Доказательства есть? Тебе-то что? Спокойно. Она все время торчит в гарнизоне и пристает к нам. Родрик говорит, что трахнул ее. Только я вот не верю. Да я трахнул. Это все доказательства? Погибли 2 наших. В последний раз обоих видели с этой сучарой. Я просто поговорила с ними. Потом они пошли куда-то к пещерам. Больше я ничего не знаю. Врет, сука. Она завела их в засаду. А почему бы не проверить пещеры? Там полно всякой дряни. Гляну. Я совсем разберусь. А вы мне заплатите. Подождите меня на пристани. Мужики такие, ладно, окей. Мы взяли еще одно доп. Задание. Ладно, подожди. Спуститься в пещеру. Это все будет обязательно. Сейчас у нас с тобой другое задание. Найти образец яда. Блин, мне тут не спуститься. Так, сюда. Подожди, в смысле? Так, карта. Как неудобно все-таки это все. Ого! Слушай, а здесь мне придется вернуться назад вот по тропинке, потому что здесь, видите, горы, там река, мне не перебраться. Ищем тропинку. Только по тропинке я смогу туда подняться. Вот она, начинается откуда-то вот отсюда. Так. И потом... Тихо. И потом уже туда наверх. Чё? Так держать! Держать. Это ничего не говорит. Просто реально, ты можешь здесь подняться? Нет. Очень неприятно то, что Геральт вроде бы такой вот весь из себя, знаете, ведьмак такой способный, все, но какой-то элементарный выступ не может подняться. Вот тут прям.
упущение с моей стороны. Так, подожди. Ну, как бы это, на мой взгляд, даже не с моей стороны, на мой взгляд. Так, подожди, карта. Чем мы тут запутались? Нам дальше, дальше, еще вниз по тропинке и потом свернуть налево, еще ниже. Хорошо. Вниз на более жирную развилку. Окей. Давай, Герыч. Луки ловят. Угу, прекрасно, блин. Так, стоять. Давай, карта. Да что уж ты делаешь-то? Так, пробежал теперь, пробежал. Вот эта развилка. Так. И сюда. Вот. Вот теперь пошло дело. Так, давай-ка. Сохрани. Да тихо. Кто там? Подожди. Ладно, я не буду пить ничего такого. Подожди, или... Я могу... Вадим! Ну понятно уже, в режиме медитации он не может быть. Не тут меч, Геральт. Подожди, Чё, почему? Ты прямо ударил по нему и промазал, ты серьезно? Что это сейчас было? Вот подождите, что за загрузка? Вот вы видите, что вытворяет игра? Почему мне вот так страшно постоянно записывать? Потому что непонятно, что игра творит. Лицензия, блин. Мать ее. Это что? Стимовская. Заметьте. Ладно. Отдай, уродов! Поэтому постоянно буду, ребят, сохраняться. Потому что, видите, происходит нечто непонятное. Раз во время боя что-то какая-то загрузка прям просто нонсенс какой-то. Ладно, огонь давай потушим. Затушенный костер в лесу — это опасность пожара. Пошли. Чего, блин? Так, подожди, квен. Да ладно, парни, ну чё вы начинаете? Потанцуем! Ой, давай, давай, потанцуй. Давай. Ну что, седой, потанцуем! Уходи, Геральт. А ну-ка иди к папочке. Папочка? В смысле? Ты что ли? Спокойно, папочка. Давай, жги ты его, мочи, круши, Геральт, давай, ты сможешь. Блин, эти щитоносцы прям бесят. Ладно. Так. Ну, Игни, конечно, намного решает вопрос. Давай, мочи. Гера, ты сможешь, я в тебя верю. Ах ты какой паскуда. Ну-ка. Ну что, седой, потанцуем? Отлично. Это были последние слова в твоей жизни. Ну что, седой, потанцуем? Печальная участь. Так, видимо, ничего не осталось. Нет, ничего-то осталось. Прикиньте, стальной канат. Прекрасно. Так. Идем дальше. Туда нам не надо. Так, найти образец яда, блин. Трис. Интересно, что осталось от корабля, о котором говорил Седрик? Если на корабль напал Кейрон, то, боюсь, осталось немного. На счастье, нас интересуют только следы чудовища. Угу. Чё ты так резво побежал?
Может быть, еще о чем-то с ней надо побеседовать? Ну, что-то прям куда-то пошла такая. И пофигу ей. Так, давай посмотрим с тобой на карту. Что там? Так, ага. Мне не совсем понятно, почему Трис побежала по берегу, потому что если вернуться назад к тропинке и там спуститься, то мы попадем. Но, видимо, она решила, что по берегу лучше. Я пойду за ней, ладно. Бабе лучше виднее, куда идти. Так, давай-ка сохранимся. Хорошо. Это серьезно? Ладно. Видимо, она решила совсем по берегу идти. Если что, вы свидетели, я пошла за женщиной. Вот. Чисто. Я бы пошла, честно говоря, налево. Она решила пойти по этому берегу. Направо я за ней. Че? Ну, женщина. Как хорошо, что ты здесь. Понятно, дело. Так, слушай, а ты меня вывела, в общем, по целом. Смотри, мы рядом. Видишь следы? Да. Скверное место для прогулок. Если только ты не ищешь острых ощущений. Подожди, подруга. Блин, никогда не знаешь, когда на тебя нападут. Что за игра такая? Так, следы. Нам туда. Магия или опасность? Да хрен его знает, Геральт. Знаешь что? Выпей, пожалуйста. Ласточку. Нельзя выполнить действие? Да ладно. Все, мы просрали. Мы просрали ласточку. Доставай свой меч. Квен. Трис, ну жахни в них огнем. Ты же можешь, детка. Давай, я тебе верю. Пожалуйста. Так, отлично. Геральт, расшвыривай. Начисто. Не дадим убить нашу девочку. Нашу рыжую девочку. Давай, блин, что там? Муки. Так, этот готов, все. Квен. Тихо, вы ч. Геральт, ты серьезно? Ты решил сдохнуть? Вот ты. Вот вы видите, даже. Блин, на. Уровни сложности норма. Обычный какой-то, блин, утопец. Просто грохает его. Причем, что я Квен использую. И меня бомбит. Использую все типа защиты. Ну, блин, ну ты серьезно? Давай посмотрим, что тут можно создать. Так, мы можем создать грач, но меня интересует ласточка. Ласточку создать не можем. Печально, что тебе сказать. Давай вот это создадим. Что там еще есть? Давай, что есть, блин, что уж теперь. Все. Это прискорбно, друзья мои. Выпей уже свою ласточку, наконец. Мне кажется, она уже даже тебе не поможет. Так, давай. Нормально. Баряк. Я же не могу так перед каждой встречей пить что-то. Это жесть. Раньше, в третьем, ну, раньше, в смысле, в третьем Ведьмаке мы могли что-то есть, какие-то продукты, они восполняли питание. Притом мы могли применять эликсиры, то есть, ну, все было прекрасно. Опять медальон. Не говори, блин. Подожди, сейчас мне скажут, что, да, сохраниться я здесь не могу. Блин, давайте. Так, Трис, давай там. Да. Отходи, блин, их видишь, сколько много. Квен. Не вольнули. Отходи. Опа! Надо было, может быть, наставить еще каких-нибудь этих отравлений, типа там на меч, знаете, какие эффекты делаются. Так. Квин, давай. Не, ну сейчас-то победим с ласточкой. Ясен пень. Это уже как бы не обсуждается. Более три помогает. Того дожарила. Один недобиток остался. Ща. Я с ним разберусь. Старые знакомые. Прикинь.
Положили меня. Слеза наворачивается, да? Осмотрим следы Кейрона, и надо убираться отсюда. Вообще жесть. Как хорошо, что ты здесь. Думаешь? Я что-то не уверена. Мне вообще грохнули. Так-то разочек уже. Вот эти вот самые утопцы. Давай сохранимся. Ага. Так, ладно. Пошли, что ли? Здесь какая-то, блин, то ли пещера, то ли что. Найти образец. В смысле? Подожди минуту. Что ты делаешь? Простое диагностическое заклинание сможет ответить нам на несколько вопросов. Он болен, Геральт. Этот монстр умирает. Сколько ему осталось? Несколько лет. Лет 10. Это много. Довольно много. А что с ним не так? Тут любая информация пригодится. Диагностическое заклинание показало, что часть клеток в его организме подверглась мутации. Так, а подробнее? Что еще? Он ядовит. Очень ядовит. Ты знаешь противоядие? Метаболизм ведьмаков позволяет нейтрализовать небольшие дозы токсина. Но на твоем месте я бы не стала на это полагаться. Дать тебе полную защиту сможет только эликсир из тени Коста. Я знаю такую траву, но понятия не имею, где ее искать. Интересно, можно убить Кейрона без защиты эликсира? Что посоветуешь? Дело твое. Шала тебя, конечно, торопит, но прежде чем идти к ней, поспрашивай местных о тени Кости. Сходи хотя бы к Седрику. Вот рецепт эликсира. А мне пора заняться своими делами. Ты справишься без меня? А то. До свидания. А то. Геральт такой, Геральт. Паш спался. Блин. Так, и ушла в портал. Вообще молчага. Найти самостоятельно и поговорить с Седриком. Ну, наверное, будем говорить с Седриком. В принципе-то, да? Что там у нас? Получается, Кейрон вопрос... Ой, блин, что-то про поводу Кейрона столько всего. Малена. С Маленой нужно что-то решать. Блин, почему столько всего сразу напало на меня? Вроде все было так просто. В итоге, блин, совсем не все так просто. Ладно, ребят, я сейчас сохранюсь, и мы с вами продолжим расследование Кейрона. Вообще-то все-таки, блин, мы закончим, наверное, этот довольно большой квест дополнительный, который не идет по основному заданию, я так думаю. Но в то же время он очень интересный. Интересные персонажи в нем задействованы, и он такой обширный. Вот, а попозже мы с вами сделаем вот эти всякие задания, типа вот контракты, Малена, борьба на руках и бойцовский клуб сделаю за кадром. Я думаю, что это не столь интересно смотреть в серии. Да, достаточно нудновато. Поиграть интересно, но смотреть, наверное, и нет. Вот, на этом вас благодарю за просмотр. Встретимся в следующей серии. Спасибо за комментарии, за лайки. И до скорого. Всем пока.